Здорово, пацаны. Новый монитор. И новое, получается, качество, да, в этих в стримах. Это, считайте, последняя остановка в стримах. Вот, монитор. Я купил вебку, сейчас монитор. Ну, все, Full HD качество, блядь, у меня, считайте, есть. Но про монитор я могу сказать вот что. Выбор. Чисто спонтанно у меня произошел вот это вот IPS, LED, LCD, монитор, LG 58 сантиметров, 23 дюйма. Я ездил в Москву ради того, чтобы купить не 23 дюйма, блядь, ясен хуй, а 24, минимум. Максимум 27, естественно, но 27 я так подумал, блядь. Посмотрел, конечно, там были. Потом глянул, блядь, это же пиздец, а просто реально огромный нахуй. И я сижу где-то даже метра нету от компьютера. Почему? Потому что у меня стол, блядь, выдвигается не так жестко от этот с клавиатурой, поэтому я вот не могу на метр, блядь, отъехать. То есть я бы, блядь, бедную свою шею, нахуй, которая так всяких днищей не только в доте, но во всех MMORPG, блядь, тащит, нахуй, моя шея. Еще и монитор, нахуй, туда-сюда вертеть. Что, ебанули, что ли? Вот, поэтому 24 дюйма я хотел взять. Но не 23 уж точно, потому что 23, как вы знаете, это цифра как-то ни о чемная. 23 дюйма у меня. Все пишут 24. Ну, вот так получилось. Причем, зайдя в магазин, в эту горбушку ебаную, меня перехватил моментально какой-то, блядь, консультант или хуй-мандо, барыга ебучая, и стал водить по своим точкам, где, естественно, там цены, причем у них все везде разные. Я вот был в первой точке, там монитор был 10, 10 тысяч стоил вот этот. Повел меня во вторую, где он стоил 10-200, блядь. 10-200! Я сейчас зашел в интернет, посмотрел цену вот этого монитора. Короче, могу сразу сказать, вот барыги, если к вам приебался барыга, и он вам там говорит цену какую-то, блядь, точнее не говорит, а вот ценник есть, забейте, блядь. Эта цена самая максимальная во всем интернете. То есть, вы можете скинуть, я купил за 9500, а мог, за 8, по-моему, 700, 8800, прикиньте, блядь. Ну, я чисто не знал, сколько этот монитор стоит. Так бы я бы все высказал. Но сейчас я выскажусь про этих ебаных барыг, нахуй. Они вообще охуели, ебаные долбоебы, блядь. Берут, таскают вас. 10-200 вначале мне сували. Я говорю, вы что, совсем 23 дюйма? Здесь, блядь, нету ни 3D. 3D нету. Здесь 3D нет, блядь, в LG ебаном. IPS матрица, блядь. IPS нахуй. Есть и в 27 дюймов, которые стоят 12 тысяч. У меня таких денег с собой просто не было, блядь. Вот завтра бы я уже мог себе позволить. Монитор вообще там за 15 штук и за 16 тысяч. Ну, видите, я если хочу, сразу покупаю, потому что топ-геймер, слово топ-геймер, это все закон, блядь. Какое хуйло, не сможет его, блядь, поменять. Вот, я сказал 9500, продали за 9500, 9600, блядь, не помню, нахуй, уже 100 рублей, что-то такое, две бутылки пива или, блядь, две баллони, нахуй. IPS, S-LED и 16 на 9 разрешение, соотношение. Также я присматривал мониторы 16 на 10 разрешение, они пиздец дорогие. Причем 24 дюйма, это чисто новинка, они еще новее вот этой хуйни. Эта хуйня вышла в где-то ноябрь, не, октябрь, начало октября вот эта вот фигня появилась уже в России, понимаете? А в Америке она еще и давным-давно, блядь, в начале лета, наверное, уже была распродана. Ее уже нахуй, блядь, закрыли там. Куш срубили, самый главный, и все. Пусть Россия, блядь, порадуется этим LG 23 дюйма, блядь, без всяких LG 3D, потом. Ну все, обычный чисто такой монитор. Могу сказать, вот так. Чисто обычный. На вес он. Ну, я заебался, кстати, нести его. Где-то килограммов 6,
точно есть, с коробкой. Килограммов 6-7. 6-7, да, где-то с коробкой. Он столько и весит. Так вот, я присматривал соотношением 16 на 10. Но они все очень дорогие. Пиздец, какие дорогие. У меня бабок не было столько там. От 12 где-то штук. От 11 до 12. 11, 12 там, и за 50 были, блядь, ну в пизду, блядь, 50 тысяч нахуй на монитор, блядь, вы чё, совсем, что это ебать, сколько бабок нахуй уходит. Ну вот, сейчас он чисто размораживается, потому что холод просто адский, ну-ка. Да-да-да, ой, какой холодный, пиздец, пиздец. Чё мне понравилось, там два HDMI входа, HDMI, DV нету, так. Ну, попозже я его достану. Сейчас вот она подставка для монитора. Почитал я отзывы про эту хуйню вот только сейчас. Да? И что там пишут, пацаны? Подставка типа хуйня. Когда вы ударяете по столу, блядь, или там печатаете даже, монитор вот так вот ходуном ходит. Ну, это мы посмотрим. Здесь вот на два болта крепится. Два болта у меня где-то были, их, кстати, забыли положить. Я чуть ли не ушел, а потом продавец орёт, блядь, болты, болты. Вот они, болты, блядь. Резьба маленькая, сами они здесь где-то даже 1 сантиметра нет, где-то 0,30, 0,50 максимум. Вставляются где-то, нахуй. Вон они, дырки, блядь. LCD-подсветка, все дела. Ну, такой монитор вообще можно, точнее, даже не такой монитор, по диагонали еще больше взять, по дюймам, да? 24 за 7-6 тысяч, на полном серьезе могу. И все, что пиздят эти барыги, они цены делают самые максимальные в интернете. То есть их можно спокойно, блядь, развести. Они вам начнут тирать, да вы что, ебанули, что ли, все точки наши там? Прикиньте, мне втирали, что одни уёбки держат все точки на горбушке, блядь. Кто в Москве живет, наверное, хоть раз был там. Это просто охуеть, какой огромный, блядь, магазин. И там все есть, все. И вот эти вот псы начали втирать, то что мониторами они только барыжат. Ёб твою мать! Я говорю, 23 дюйма, нахуй! Это 23, мать вашу! А не 25, не 27! И отдавать 10-200, блядь, в первом вот магазине, в павильоне, десятку просили. Да вы чё, ебанули, что ли? Здесь нет ничего. У Асусов имеются мониторы, которые там 3D... режим есть, и уже стоит 10 тысяч, 24 дюйма, а тут, блядь, нихуя нету, IPS, ну, IPS матрица, она, кстати, попизже ТНовки, ТН это, я почитал, что самое говно, я, конечно, и так уже знал это, вот, до покупки, самое говно, самая банальная матрица всех мониторов, блядь, вот, ТН, потом MY идет и IPS. Самая такая более-менее хорошая матрица. Вот. Это какой-то блок, хуеблок. Не знаю, для чего он похож на зарядник Sony какой-нибудь, Sony Ericsson. Или вообще это, Samsung. Или Nokia. Знаете, там самые говно-говно, вот первые телефоны... Именно с таким вот зарядником были. С таким вот входом. Толстый, тоненький. Хуйня, ёптада. Так, подождите, а вот. Главное, болты не проебать, а то пиздец. Монитор и так там, говорят, ходуном ходит. Ну, давайте откроем. Хотя, стоп. IPS, все, мы здесь Full HD, Color, Calibrant. Color вообще цветов там везде одинаково, по-моему, во всех мониторах. 16 миллионов 700 тысяч. Везде одинаково. Сколько я вот смотрел, оценивал, там, Asus'ов хотел покупать, Asus'ы хотел купить за 13 тысяч. Ну, не сегодня я взял, а вот, например, завтра или послезавтра. Но, как вы знаете, я, если хочу, то я покупаю. Но этих мониторов еще не было в России, понимаете? Почему? России нету, блядь, уёбки. Там 23
3 тоже дюйма, но дизайн, просто, блядь, говоря, ну я видел, он охуенен. Нет никаких рамок, называется, что там на конце МХ, Asus на конце вот МХ, потому что названия этих мониторов меня убивают. IPS 237, 237, что такое 237? 237 год, блядь, генеральному директору 237 лет, мудак. Такое название придумать тяжкое. Хуй ты, вот, по памяти вы не запомните это. Никогда. Никогда, блядь. Потому что 237. Пиздец, блядь. Кто-то звонит, нахуй, сейчас, секунду. Алло. А. Подожди, где ты? Я дома. Я дома. Купил. Да. Ну вот тот вот уебищный, который, блядь, IPS 237. Ну этот, блядь, с матовым экраном, который. Да, ебать они барыги, слушай, такие охуевшие. На вторую точку пришли, помнишь, на первой 10 тысяч было? Вот, на второй 10-200 нахуй мне пытались встучить, блядь, уёбки. Да, за 10-200 там, я смотрю, блядь, вы чё, ебанулись, что ли? А получается, на третьей точке там вообще бы за 1000 рублей продавали эту хуйню. Вот так. Я вышел вообще с другой стороны, хуй знает. Я там заблудился, какие-то, блядь, длинноногие сучки мне это то ли сварганили. Ебал их в пизду. С манекеном. А ты дома сейчас? Где? А, ты дома? А, ну ясно. Давай я обзор делаю, блядь, ебаного монитора, нахуй. Какой 23 дюйма, ёпта. Я ездил за 24 минимум, блядь. Они... Да ладно, меньше? Вот, 23, блядь, маленький, пизда, нахуй. А? А, ну да-да-да, помню. Угу, угу. Давай. Вот, в принципе, вот и все. Коробку мы разобрали. True Color Finder. Super Sony, MHLA, блядь, Cinema Screen, APC SLED, мониторс. Коробка вся грязная, уёбки. Вот 23 дюйма, это очень мало, блядь. Всё, достаём. Да что ж такое, ёпта. А, что мне ещё в коробке понравилось? Во многих мониторах я, конечно, не могу так сказать, но в некоторых мониторах, у некоторых мониторов коробка не имеет вот этой хуйни, ручки. То бишь, вам придется по льду ебаному нести в руках ее, в руках, блядь, прокиньте. А вас еще, если какой-нибудь долбоеб толкнет, в Москве долбоебов хватает, которых надо пиздить сразу, блядь, и толкают уебища, блядь, всякие там. Нонтаговские дауны, у которых матерей уже нету, блядь. Долбоёбы. Достаем этот монитор. Ой, какой он маленький. Эта коробка кажется просто огромная, да, тут, блядь. Сколько? Полметра. Пиздите. Чичбеки. Чучмеки. А ладно, в этом достану. Вон аж порвано, порвано. Порван поли... А, не, это так и должно быть, полиэтилен порван, типа. Играет роль бога. Типа, крест. Ну, сейчас достану, покажу. Детально, сука, зацепляется. Вот он, блядь, тяжелый, сука. Довольно тяжелый. Весомый, нахуй.
матовое покрытие. Ой, блядь. Матовое покрытие у него. Сняли мне его прямо с витрины. С ебаной витрины. Которые там, знаете, все клацают. Вон здесь даже видны пальцы, я вам покажу. Надо было еще за пальцы, блядь. Минус взять, вон он. Круглый. Ну как? Как заебись? В принципе, неплохо. Рамок практически нет. Вот я хотел Asus взять, который стоил 13 тысяч, но в Москве его, блядь, в России вообще нету. Рамок у него вообще, рамки отсутствуют напрочь. То есть, вот эти вот черные здесь есть, а там черных вообще нет, вот этой хуйни нет. Тупо одна подставка и вот этот монитор. Что это придает? Реализм. В первую очередь реализм. Вы купите 27 дюймов, и вы просто охуеете, блядь. Вы как будто смотрите... как будто вы играете, вы сама игра. Ёпта! Вот. Матовое покрытие. Такое гладкое. Бликов вообще нет, как вы видите. Бликов в ноль. Также был соперник вот этой LG. DLL. Какой-то там за 11 тысяч, но я бы мог сторговаться на 9900 где-то, 9900 можно было бы его взять. Но он без матового покрытия, но цвета как-то ярче были, очень яркие, очень такие, знаете, красочные по сравнению вот с этим LG. У LG только вот эта вот матовая, она как выглядит, пахнет... Вообще не пахнет, но выглядит, в принципе, ничего. Но вот эти вот пальцы меня раздражают, нахуй. Вон они, пальцы, блядь. Вы МБ не видите, потому что пальцы негра, сука, расисты, блядь. Вон, сейчас я на свет наведу. Вот, пальцы негра, блядь, сразу видны, нахуй. Это мне видны, вам не знаю. Вот написано, все там, Core, ой, блядь. IPS, CreenH, MHL... IPS серия 7, LG, и во-во, сенсорные кнопки, имеются вот сенсорные кнопки. Там у почина у одного читал отзыв, сенсорные кнопки, отзыв читал, типа, сенсорные кнопки перестали робить, и он сдал. Но надеюсь, у меня такого не будет, так как монитор, в принципе, по сравнению с моим нынешним, он просто божествен. Если я вам покажу, на каком мониторе я реально играл, вы охуеете. Там разрешение 1280 на 1000 максимум. Это Vive Sonic, который уже не выпускают, как, наверное, года 4 примерно. Вот так. Зад в полиэтилене. Только вот где LED-подсветка? LED-подсветки у меня никогда не было. А, вот, наверное, LED-подсветка. Сейчас я вам покажу. LED-подсветка. Как это? Килт у тёлок. Точнее, не килт, а... А, ну да, у негров тоже есть эти папуасики. Вот так берёшь, и там писька. Вот она, блядь. LED, наверное, подсветка это. Вот здесь по бокам. А, два HDMI, хуйня вот эта, которая втыкается, блядь. Ещё разъём под наушники, знаю, есть. И... Все по-китайски или по-корейски. Вот разъем наушник. Два HDMI. DV нету, не имеется. Вот под подставку эту. DC-INV, мне ебу, что-то такое. Монитор я решил приобретать вообще недавно. Где-то пару дней назад. Такой, думаю, хочу монитор. Заебало, блядь, сидеть с моим разрешением, там, 1280. И стал их искать, выбирал два дня. Но, который я выбрал монитор, он AOS, короче, 27 дюймов, беленький. Ну, 27 дюймов, сука, блядь, это реально огромно, ебать. Где-то вот. И глаза после моего... Я сейчас имею монитор... 17 дюймов. Вот это 23. Не знаю. Привыкну-то я к нему быстро, но к 27-му я привыкал довольно-таки долго. Выглядит, кстати, так-то вообще ничего.
Такой сидишь. Но он широкий. Ебать, какой широкий. Вернее, даже не длинный. Какой широкий, ёпта. Он длинный. Вот. Очень длинный. Пиздец. Вам показать, какой у меня монитор был? Показать? Я вам покажу, блядь. Покажу папача. Ну вот, мои мониторчики. Старенький Vivy Sonic и вот LG. Разницу, конечно же, вы заметили, хотя MBW Down, и разница для вас неощутима. Этот все-таки оказывается больше по высоте, но по длине превосходит вот этот. Хотя нет, у этого просто пластик, вот, вон пластик, посмотрите, вон здесь 2 сантиметра, 3, блядь, пластика, и здесь сверху пластик. А у этого, ну, они, в принципе, одинаковые. Вот так-то, да, одинаково. Но по длине сосет вот этот. Я его, кстати, еле-еле отлепил. Вон, посмотрите, что у меня на подставке было. Как вам подставка? Вот она моя подставочка. Еле-еле отлепил, пиздец, блядь. Сколько? 17-дюймовым я 5-6 лет проиграл. Хоть и VG-Link, топ-геймер, зовут любитель дорогих вещей и новых вещей. Но мониторами я как-то не интересовался. Вот, что-то приспичило за пару дней. Да, может кто-то скажет, ты, блядь, барыга. Ой, не барыга, блядь, ебаный нахал. У меня все бомжи. Ну, блядь, все бомжи. Это, кстати, тоже матовое покрытие, вот. Я так вожу. Так этих, это отражение хуёво видно. А вот на втором DLL, который мне предлагали купить за 11 тысяч, блядь, уёбки ебаные, там отражение ебать какое, просто жесть. Всё видно. Ну так, 17 дюймов, кнопочки вот такие у меня были, обычные кнопки, оп. Это, кстати, мой второй монитор, вот этот. Это третий. Второй монитор тоже был Vivy Sonic, тот же. Но почему мне его пришлось поменять? Потому что там экран потек. Потек пиздец. И никак нельзя было восстановить. Тупо яркость в ноль ушла. Можно было что-то там увидеть, только приподнявшись. Прикиньте, постоянно сидеть. Ой, стоять. Ну, сидели бы. У вас что-то с головой не в порядке, и все там ярко у вас. Подсознание. Вот сюда подставка, обычная защелка. Клепочка такая. Вот она. Фигачится. Оп, все, подставка есть. Но она огромная, просто огромная. А вот у этого монитора, у этого, она милипиздрическая. Но надо реально затестить, шатается монитор или не шатается. Сейчас я закреплю на эту подставку. Она в разы меньше, в раза 3. Вот, эту хуйню можно снять. Зачем она? И вообще, нахуя вот этот вот... Блять, она неустойчива. Вот эта вот фигня, посмотрите. Не внушает доверия. Вот. Она шатается просто пиздец. Если я вот так вот согну ее, нажму. Сейчас автофокус. Автофокус, пройди. Ну, объектив хуёвенький. Это все от объектива зависит, а не от камеры, если что. Объектив бедный мой прошел, блядь, войну с бомжами. Войну с рандомными также бомжами, блядь. Так что не надо на него пиздеть. Вот. Ой-ой-ой, боюсь, блядь. Сейчас треснет нахуй, и хуй что сделаешь. Вот так. Сейчас оценим, как на моем столе она будет смотреться, да? Вот. Выглядит как бластер, а не космический корабль. Я не буду ошибать в будущем.
Ну вот, мое новое место, рабочее. Так вот выглядит монитор. Пришлось освободить весь стол. Чё мне не понравилось в этом мониторе, да? Подставка, кстати, вот она. Это не подставка, это просто крепежная хуйня, которая крепится как раз-таки к этой подставке. Потом очень короткий блок, провод блока вот этого ебаного, который питание, да, дает нам силу, мощь. Он очень супер-мега-короткий. LCD я не ебу, как включать. Нужно посмотреть. Вот. Меню. Вот. Видите? Я нажал на кнопку, и то. Это кнопка меню L. Я бы даже ни в коем случае не подумал, что от кнопки отказывается кнопка. Сенсорная. MyKey. Вот уменьшается, вот регулируется яркость. Оп-оп-оп. Что-то незаметно как-то. А не-не-не, заметно. Во, яркость все меньше. Уже 20-ка. Приходится на яркости сотни играть. Придется, потому что, видите, глазу практически она и незаметна. Широкий исход, 1.2, у меня там 90, вот, не-не, в принципе, оптимально на 92. Как ниже спуститься, вот авто MyKey, это контрастность намного влиятельнее всякой там ебаной яркости. Сколько у меня там было, я уже не помню. Ну, кнопки вот эти, блять. Хуёвы! Сенсорным кнопкам лучше не доверять. Выглядит он широко. Чисто не представляю, что там с 27 дюймами у нас получилось бы. Просто вот такая вот ебалда. Она влезла, но привыкать мне даже к этому монитору придется. Ого-го, как долго. Раньше у меня вот, посмотрите, видите, где эти иконки, да? Не вот так вот у меня были. То есть без этой хуйни. Вот мой монитор бывший. 17 дюймов. Так, 17 дюймов плюс 6. Вот, плюс 6 дюймов получается 20... Ой, блядь. Вот монитор 27-дюймовый. Вот. Вот до сюда. Ебать. Пришлось бы еще стол, наверное. Не, стол бы я бы не покупал, но... Дело в том, что вот эта вот фигня у меня уже ломается, и она ходуном ходит, а все из-за чего? Ну, ебаные днища, блядь, меня постоянно нервируют. Из-за этого она вот очень такая, знаете, неустойчива. И нельзя было бы отодвинуться на метр, вот я бы не смог, вот я сейчас... Сижу возле камеры своей. И мне неудобно. Потому что, облокотившись на эту выдвижную хуйню. Сейчас выдвижную хуйню, которая... Вот эту вот. Мышку можете не смотреть. Я ее в начале января сменю на Ouroboros. И также клавиатура будет тоже механика. За 1056. Привет, бомжи. Вот. Видите, облокотившись... Я легко, а вот если я своим весом, 7-60 килограмм, блядь, все, хана будет. Придется клаву сюда ставить, мышку сюда. Ну пиздец, короче. Ой, ёпта, блядь, я чуть ли не ёбнусь со стула. Так. Ну вот. В принципе, такая хуйня у нас получается. Придется привыкать довольно-таки долго, так как все-таки 23 дюйма, это вам не хухра-зухра, а у меня было 17, кожа заткнись там, блять, псин ебучий. Зато стримить можно и фрапсить в Full HD, в HD качество, Full HD очень долго рендерится, но в HD, да,
Там без всяких растяжений, там full screen, как там, не помню уже называется. Ну, full screen, короче, чтобы растянулось. Ну, вот так. Минус этого монитора, этой комплектации, в том, что коробка эта хуйня. Потом подставка, говорили, неустойчива, по-моему. Не, ну вот так вот, да, конечно. Нормально, нормально стоит. Да нормально стоит, вы чё? Подставка неустойчива. Они, может быть, забыли о вот этой хуйне. А только на эту крепили. Ну, конечно, с этой хуйнёй-то, блядь, она даже стоять не будет, монитор. Вот. Ну, а так, в принципе, норм. Матовая поверхность. Даже у крышки. Чувствуете? И вот здесь тоже. Элегантная такая. Ну вот. МБ в будущем. В будущем я куплю 20, ну, за 1000, там, 30-40. Не, только не Apple. Apple уже зажратая хуйня, которая, блядь, может и тырить бабки, делать, точнее, не тырить, а делать бабки из кожи Стива Джобса. Они, блядь, 40 тысяч монитор, у которого 23 диагональ. Ёб твою мать, чё это за хуйня, блядь? Я думаю, чё, щека Стива Джобса там зарыта? Да хуй, блядь. Авто. Экспозиция, частота, настройка завершена. Это, по-моему, авто. Номиналь. Меню. Сброс настроек. То есть все настройки нахуй. А ну-ка посмотрим, чё следующий. Следующий. Вот как ОК нажимать? Ну-ка, меню. Назад, назад, назад. Вниз, вниз. Ага, ага, понятно. Четкость. Четкость изображения. То есть снова вниз. Бля, очень тяжко нажимаются сенсорные кнопки. Я вам говорю, очень тяжко. Четкость. А где эта четкость, в чем она заключается? Я не, вот, не понимаю. Сейчас я приближу. Заткнись, блядь. Сука, ты что, охуел, что ли? Я тебе еще пизды дам. Раз, два. Четкость ничего не меняется. Время отклика. Время отклика быстро. Время отклика я не ебу, что-то такое. Но как было, так и у меня есть. Время отклика все в секунду делается. Даже на говно. Вот. Картинка. Вот надо до картинки дойти. Блять, вот, сука, не, очень неудобное меню. Ебать, какое неудобное. Так. Нажимая не на дисплейные кнопки, они, вот, монитор весь трясется. А, это типа светится. Во, я-то думал, нажимать можно на эту хуйню, знаете, как? Как какая-то, какой-то игровой автомат. Вы нажали, все, он там, кнопка вверху. Монитор выключился, вот. Ну ты выключишься у меня? Угу, со звуковым сопровождением. ДД, USB, супер, что-то там было написано. Доктор USB. 2 HDMI. Окей. Ага. Снова. Ну ты вниз, блядь, пойдешь? Вот, блядь, очень тяжко. Что-что, очень тяжко работают сенсорные кнопки. Пиздец, как тяжко. Но. Хуйня, ёпта.
Во, попёрло, блядь. Да пиздец, нахуй, это какой-то геймер. LG, мудаки. Ладно, короче, I'll be back, я сейчас всё разберусь. У меня просто руки потные, блядь, после всякой хуйни. Пот, наверное, сенсор не воспринимает, потому что делать такие мониторы без потных рук можно. Вот они и делают без потных рук, то есть на абы как. На пиздахуй. Всё, I'll be back with my shit. Пацаны.